Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «Горячая линия» и я ее ведущий Андрей Острев. И как всегда мы по средам проводим серию программ на связи с муниципальной властью. Сегодня у нас будет очень интересная, скажем так, забегая наперед, тема, которая волновала наших пользователей в сети Facebook. У нас есть группа, кто не знает, присоединяйтесь. И второй по топовости вопрос был такой. Когда будет вынесено на публичное будет мова оригінала, коли буде винесено на публічне обговорення нову структуру виконавчого органів. Сьогодні ми пригласили в студію Олександра Алефіра. Добрий вечір, Олександр. Завтра будет как раз эта структура и презентована, и мы решили, немножко забегая наперед, объяснить всем, что это будет происходить, какие акценты расставлены, а завтра вы уже увидите полную презентацию, как это видит, по крайней мере, команда городского головы. Что же, Александр, давайте начнем с самого главного. Какие задачи перед собой ставит новая структура, что решится, какие проблемные моменты будут решены, собственно говоря, в новой структуре, которую вы представляете завтра на обсуждение. Да, значит, основные задачи, которые ставятся перед новой структурой, это приведение структуры к выполнению задач, предусмотренных реформой по децентрализации власти в Украине. А мы знаем, что местным органам власти перешли функции государственной миграционной службы, государственного архитектурно-строительного контроля, управления юстицией. Планируется в следующем году также перевод определенных функций на выполнение органов местного самоуправления. Также в прошлые года в рамках реорганизации государственной власти, в рамках усиления контрольных функций, органы местной власти ставили задачи по созданию органов внутреннего аудита, по созданию органов по предупреждению и противодействию коррупции, по реализации задач энергосбережения, энергоэффективности. Несомненно, стояли задачи внутренней оптимизации, стоят задачи всегда. Задачи по приведению системы управления в соответствии с современным методикам управления. Это информатизация, это проектное управление, это внедрение геоинформационных систем и так дальше. Все это в комплексе должна была решить та работа, которая проводилась, в принципе, с первых дней прихода Александра Федоровича на пост главы городского совета. Главы города, да. Скажите, вот, кстати, вот вы сказали о том, что это вот долгий был процесс. А почему так долго? Очень многие, собственно говоря, ну, зрители и пользователи, и вообще наши жители города говорили о том, что ну почему так долго, почему не представляют. В чем была такая большая заминка и почему только сейчас этот проект представляется? Несомненно, мы имеем первое определенное ограничение в численности. Мы его должны брать во внимание. То есть мы не можем взять всю численность, которая необходима, ну, максимально, исходя из потребностей, которые ну, дают, рассчитывают органы исполнительной власти. Есть оптимизационный фактор. Угу. С другой стороны, есть потребности, которые существуют для реализации функций, в том числе там функции, которые продиктованы временем. По административным услугам, к примеру, тех функций, которые мы должны осуществлять в области строительного контроля, архитектуры, строительства, земельных отношений, ЖКХ, так как у нас, например, растут, у нас сейчас значительно в связи с реорганизацией, внесением изменений в бюджетный кодекс возросли поступления в бюджет, а соответственно необходимо больше персонала, больше должностных лиц для реализации для управления, программ. Для управления этими, в принципе, финансами, от себя на секундочку хотел бы заметить. Поэтому, Поэтому необходимо было, учитывая весь комплекс задач, который стоит, и понимание наших ограничений в возможностях,
представить, где мы должны все-таки увеличивать, насколько увеличивать численность персонала. При этом мы провели полностью всю ревизию законодательства в части органов местного самоуправления и ревизию положений, которые существуют. И это нужно было пропустить через себя, то есть не дать на откуп руководителям структурных подразделений положение, потому что за период, который прошел, положение о структурных изменениях, они потерпели определенную оптимизацию. То есть, когда сокращались численности, то люди сокращали где-то и полномочия, или же функции органа местного самоуправления состоит в том, что відповідає, розробляє, соответственно, такая же функция должна была быть хоть в одном выполняющем органе. А в выполняющих органах или было такое, что есть функции, которые не были вообще указаны, или функции, которые написаны там «прямая участь», угу, в чем там «анализуя», а повинно бути «відповідає», «контролює», ну, соответствует как с буквой закона. Если я вас правильно понимаю, вы сейчас говорите о том, что вот эти вот положения, которые приняли местные, ну, не законодательные, а местные органы самоуправления в лице городского совета, они уже давно уже в некоторой части не соответствуют тому, как устроена исполнительная власть. Они на 30% не соответствовали. И просто дать на откуп, сказать, ну, руководителям департамента управления отделов, переработайте, сдайте, и мы это примем. Нельзя было. Необходимо было полностью по всем положениям пройти самостоятельно с ручкой, с законодательной базой, и все это сверить. Ну, такой процесс, ну, я думаю, хотя бы раз в 10 лет в исполнительных органах власти должен быть проведен. То есть, и мы ее провели. Такая инвентаризация это, такая своеобразная. Но эту инвентаризацию нельзя кому-то доверить. Ее должен сделать... Ну, кто-то из... Кто будет отвечать, кто потом будет нести за это ответственность, да, собственно говоря. Хорошо, вот я бы еще раз хотел этот момент очень важный уточнить. Да, недавно премьер-министр Владимир Гройсман заявил о том, что в следующем году еще больше на места передадут денежных средств в управление. То есть все меньше государственных программ, больше местных программ. Естественно, эти деньги требуют обязательного, скажем, контроля и, самое главное, очень толкового и прозрачного, собственно, использования. Что ж, что нового в этом проекте? То, чего не было до этого, какие вы считаете отделы вы открыли для того, чтобы решить текущие задачи? Да. Ну, в рамках этой структурной реформы пересмотрены функции положения всех, без исключения органов, исполнительных органов вместо Николаевского городского совета. Но 13 исполнительных органов мы реформируем, и 7 исполнительных органов создается вновь. 8 ликвидируется, 7 создается. Вот. Будут созданы, если идти по порядку, и это очень связано с нашими новыми подходами, с взглядом Александра Федоровича на те процессы, которые происходят. Это будет создано управление внутреннего аудита, контроля и по вопросам противодействия выявления коррупции, да. И что, давайте вот на этом остановимся поподробнее. Да. Как вы видите функции этого отдела, какие у него будут полномочия, как он будет действовать? Да. Значит, в ходе реорганизации органов власти, государственной власти, органов местного самоуправления, я помню это еще с середины 90-х годов, постепенно функции внутреннего контроля были реформированы. Подразделения контроля заменялись на подразделения аудита, потом они выводились вверх, и сложилась такая ситуация, что внутри у руководителя не было органа контроля. Инструмента контроля. То есть тот, кто руководит, он должен и контролировать, потому что контроль – это процесс постоянный. Он предварительный, текущий, последующий, он должен быть организован. И специалисты по организации контроля, несомненно, должны быть в таком важном органе, как городской совет. Вот поэтому мы создаем отдел контроля. Вот.
Далее, для того, чтобы для методической организации контроля на всех ветках власти. И, на всех уровнях вы имеете в виду, да? Да, на всех уровнях власти. Он должен быть профессиональный, правильно организованный. Ну и выполнять свои функции непрерывно. Да, для того, чтобы у нас не было вот тех скандалов, которые у нас возникают, и они возникают, а органы на самом деле в исполнительном комитете, Николаевском городском совете, на который бы возложены были функции контроля, его же не существует. Ну да, надо создать. То принципе... создаются какие-то временные комиссии, которые работают непрофессионально, и их выводы на самом деле... Не могут являться основой. Совсем, да. Но в любом случае депутаты, да, это такие у нас, ну, это избранники народа, представители того, что, скажем, хотят люди, ну, в какой-то мере будем это верить. Да. И внутри управления контроля, то есть кроме отдела, который будет заниматься организацией контроля, есть отдел внутреннего аудита, он создан на выполнение требований бюджетного кодекса, который требует наличия такого подразделения. И аудит в том числе... проводя аудиты, делая рекомендации там, по организации работы, по качеству работы, в том числе и делает выводы по качеству организации контроля. Угу. То есть, это, я так понимаю, этот будет отдел напрямую подчинен городскому главе. Да, да. То есть, у него это будет такая вот государство в государстве. Я это правильно не государство в государстве, а любой руководитель, он должен организовывать контроль. Руководитель обязан контролировать, как выполняются те распоряжения, те функции, которыми он руководит. Это не что еще нового нас ждет в этой структуре? Значит, в новой структуре мы возвращаем уже позабытое управление государственного архитектурно-строительного контроля. Оно крайне необходимо городу, и тот подход, при котором забирали в рамках оптимизации структур местного самоуправления такие функции, он показал свою несостоятельность, но мы видим хотя бы из тех фактов, из коррупционных скандалов, которые ходят. Необходимо действительно, город определяет строительную политику, градостроительную политику, город и контролирует. В данном случае... То есть вот это подразделение будет как раз контролировать эти вот наличие, а размещение этих МАФов, бордов или чем он будет заниматься? Значит, это подразделение, получая декларации о начале строительства, регистрирует, если, ну, в зависимости от того, какого класса эти строительные объекты, он или декларативным методом регистрация проводится на основании тех документов, которые поданы, или же проводит контрольные мероприятия, выезжает. В любом случае, в ходе строительства проводит инспектирование и смотрит за введением этих объектов в эксплуатацию. Это крайне необходимо делать, потому что во время строительства у нас часто нарушения и инженерных норм и правил, и нарушения есть в части защиты население, норм по гражданской защите. Все эти мероприятия необходимо. Ну да, я хочу напомнить городскому главе. Да, я хочу напомнить нашим телезрителям о том же, вот история не забывается, о выросшем как гриб там пиццерии на третьей, по-моему, да, Слободской, которая просто появилась, и сейчас уже с ней очень сложно что-то сделать, потому что она уже построена и как бы эксплуатируется. И, собственно говоря, уже защищена какими-то нормами закона, даже там непонятно. То есть, ну, такие вещи надо контролировать, естественно, в процессе строительства, если я все правильно понимаю из этой структуры. Я уверен, что если бы управление архитектурно-строительного контроля было в городе, такая пиццерия бы не появилась, потому что люди сразу же обращаются, общественность обращает внимание городской власти, а городская власть не может реагировать, не могла реагировать на тот момент, а обращалась, соответственно, вышестоящие инстанции, которые позволяли себе на это не реагировать, а потом, в конце концов,
Я думаю, что... Ну, хорошо, а какие будут инструменты? Ну вот хорошо, давайте вот еще вернемся к этой вот структуре, да, контроля. А какие у него будут инструменты, значит, вот, предотвращать такие сейчас, стройки? В декларации, которая на начало строительства или на введение объекта в эксплуатацию, указывается земельный участок, то есть основание, то есть это аренда или собственность земельного участка. Ну, на каком основании если там построено? Да, этот орган работает в органе местного самоуправления, он не может сказать, что он не знает, не владел ситуацией, каким образом этот земельный участок был выделен. То есть у нас выходило так, что земельные участки выделялись под временные сооружения, вот, подавались декларации в органы архитектурно-строительного контроля с подделкой формулировок о том, что эти земельные участки там выделены были там или в постоянное пользование, или в аренду, но под строительство объектов торговых. То есть в данном случае здесь уже руководитель ГАСКО, понимая, что он работает в исполнительном органе, свою ответственность перед городским головой, я думаю, что такие вещи не будут проходить и будут приниматься. Вот, ни в коем случае. Хорошо. Что еще новое нас ждет? Да, законом Украины о местном самоуправлении на органы местного самоуправления возложены функции по капитальному строительству. Так сложилось, что со временем в ходе оптимизации бюджетной, когда каждый год или при принятии нового бюджета требовали от органов местного самоуправления сокращать численность исполнительных органов, в Николаеве пришли к тому, что сократили управление капитального строительства, создали коммунальное предприятие. Получается, что функции возложены на органы местного самоуправления в части капитального строительства. А выполнять их негде. А эти функции не выполняются, вот, потому что это не только проведение капитальных работ, но и другие функции. Мы воссоздаем управление капитального строительства, это позволит и выполнять те функции, которые возложены, в первую очередь. А во-вторых, это управление будет заказчиком всех капитальных работ, работ капитального характера, которые проводятся в городе. И не нужно отвлекать на это, так как сегодня это проводится там, в управлении образования, управлении здравоохранения, управлении культуры, все занимаются строительством, что на самом деле это не их функция, они этим не должны заниматься. То есть это была большая проблематика, ее поднимали и у нас в эфирах. Наши зрители звонили и говорили о том, что почему там, например, управление здравоохранения занимается строительством, если они не специалисты. Конечно. И принять ничего не могут. То есть это, да, сейчас будет опять централизовано, да, подконтрольно и так далее. Хорошо. Да. Что еще нового? Что бы вы хотели еще нового отметить? Ну, потому что у нас осталось буквально, да, там 9 минут, и мне хотелось бы еще то, чего не будет еще, вот такой вопрос. Да. Из новых подразделений обязательно я хочу сказать о предложение по созданию отдела стандартизации и внедрения электронного самоврядования. Да, документооборота, да? Не, врядования именно. А, полностью. Да, в широком понимании. То есть у нас существует отдел электронного врядования, его функции были такие внутренние, то есть обеспечение исполкома техникой, заправка картриджей, так и другое. Но мы должны говорить о том, что исполнительный орган, его задача создавать условия для устойчивого, а в лучшем случае опережающего развития региона. Тогда в этот регион идут деньги, люди живут лучше. Чтобы жить лучше, надо развиваться более опережающими темпами. Поэтому стоит вопрос о том, что эта задача создать подразделение, которое бы внедряла в город, во все его сферы, и в образование, и в здравоохранение. Люди бы хотели, чтобы в здравоохранении были электронные очереди. Я думаю, родители бы хотели, чтобы оценки их детей они видели, могли видеть в онлайне, чтобы у нас остановки были электронные табло. То есть в целом всю эту политику надо создавать, электронного города, электронного управления и реализовывать. То есть есть орган, создан орган с задачами, именно стимулировать к развитию Николаева. И внедрять, не только стимулировать. Ну, внедрять, контролировать, да. Они должны создать политику, создавать нормы, контролировать за реализацию этой политики. Дальше. Внедрение, стандартизация. Она должна быть на сегодняшний день обязательно, потому что у нас
К примеру, есть центр предоставления административных услуг. Они – это фронт-офис. А ведь сами услуги в основном делаются в органах исполнительной власти. Соответственно, все процедуры, которые описаны, необходимо стандартизировать для того, чтобы это автоматически потом работало легко. Да, чтобы были согласованы между ними протоколы. И более того, это позволило бы в будущем, и в текущем правильно автоматизировать эту всю деятельность, прохождение документов. Кроме этого, мы должны говорить о внедрении стандартов качества работы. И новые положения все предусматривают критерии качества работы каждого подразделения. На основании этих критериев это же подразделение сможет, я думаю, разработать уже способы оценки, квалиметрической оценки всех подразделений, которые бы позволяли сопоставлять и ранжировать успешные и неуспешные по выполнению тех или иных задач. Скажем так, прозрачные правила оценки чиновника, да, это очень важный момент, потому что Николай, к сожалению, сильно болеет таким панством во многих предприятиях, там вот как пан решил, так и правильно. А прозрачные и, главное, общие для всех критерии оценки работы, это очень важно и в самом-то деле, и просто обязано быть. Да. Что еще нового, или мы все-таки уже перейдем? Раз вы сказали про предприятие, мы, проанализировав ту работу, которая проводится с коммунальными предприятиями, сделан вывод о том, что есть необходимость в составе управления коммунального имущества, которое отвечает за коммунальные предприятия де юре, а де-факто эту работу проводить не может, потому что нет структурного подразделения, которое бы это занималось, создать отдел по управлению предприятиями коммунальной собственности. Вот. У нас коммунальные предприятия существуют, они работают. Мы принимаем финансовые планы, а производственных планов нет. Вот. Надо разработать, то есть на основе чего базируется финансовый план, если мы не понимаем объемов работы. То есть необходимо, чтобы создавались производственные планы. Сейчас, насколько я понимаю, это на откупе просто самих директоров этих коммунальных предприятий, они сами себе планы эти ставят. То есть руководство где-то идет, недостаточно, я бы сказал, правильно, если не сказать формально. Они получают оплаты за работу, а порядка, за что эти доплаты, в каких случаях, при каких показателях получается, кроме премирования, не существует. То есть надо постоянно с ними работать, нужно работать с ними в той части, что коммунальные предприятия, у них есть на балансе имущество, у них есть задачи, которые они должны делать, но часто проходя через систему главных распорядителей, деньги, которые необходимы, иногда к ним не доходят по заказчикам. То есть по дорогам, то есть когда, например, на ремонты дорог определяется исполнителем не балансодержатель, а какая-то третья организация. У балансодержателя есть для этого штаты, техника. Поэтому должно быть лицо, которое в том числе и защищать их будет от такого, я бы сказал, это произвол. Вот. Потому что это их ответственность, коммунального предприятия. Что ж, у нас 3 минуты буквально осталось. Чего не станет в структуре, по вашему мнению? Чего должно не стать? Какие упраздняются, только если можно покороче, потому что 3 минуты мы не успеем. Вот просто, если можно перечислить. Такое основное и злободневное, о чем идет, так сказать, больше всех разговоров. Да, это управление молодежи, семейное, как там, управление СПК, управление молоди, справах молоди, молоди, что-то там СМИ, еще. СМИ там и, угу. Да. Рассмотрели внимательно работу этого управления. Законодательно собственных полномочий в части этой работы у нас нет. Мы выполняем те функции, которые переданы и в той области, в которой мы работаем. То есть если мы говорим о детях, то у нас есть служба управы детей. Это иерархическая структура, в которой мы работаем как рабочий орган. Вот. Если мы говорим о семьях, то у нас
Есть, соответственно, еще тоже социальная служба, которая проводит работу с семьями, попавшими в тяжелые семейные условия. Она также является государственной, вот, структура с типовыми штатами, и мы эту работу проводим. По молоди, значит, если мы говорим в целом о государственном уровне, то у нас Министерство молоди и спорту, вот, в рамках такой аналогии, и посмотрев, что у нас в большинстве органов местного самоуправления, мы также создаем, реорганизуем управление испытаний физической культуры и спорту в управление испытаний физической культуры, спорта и молодежной политики. То есть там будет отдел, ну, в соответствии с тем объемом функций, которые они выполняют. Так, все, у нас одна буквально минута. Если можно, вот совсем, совсем тезисно, плюсы и минусы, на ваш взгляд, вот, новой структуры. Ну, я думаю, о минусах в речи сегодня не будет идти, но вот три главных плюса, что изменится в жизни николаевцев, если вот эта структура будет работать. Ну, самый главный плюс для николаевцев, что при организации этой структуры мы сможем оказывать качественно административные услуги, которые на нас возложены. Дальше, да, второе. Это самое главное. Вот. Второй плюс, который есть, это эта структура. Мы, я думаю, создаем мощный задел для устойчивого экономического развития. У нас появляется мощное экономическое управление, департамент экономического развития, который сможет уже создавать, определять секторы, направления, то есть вести экономическую политику, то, чего на сегодняшний день, работая начальником управления экономики, в тех штатах, которые есть, я не вижу возможности делать. Мы там реализовать. Что ж, да. Хорошо, мы остановимся на этих двух. К сожалению, время программы мы полностью исчерпали. Спасибо большое. Конечно, тема эта очень важная. Завтра смотрите презентацию полноценную, полновесную. Сегодня мы поговорили только о тех особенностях, которых нас ждут. На этом мы хотим попрощаться с вами. Спасибо, Александр, что были с нами. Спасибо нашим зрителям. До встречи на следующую среду. В то же время, до свидания. Спасибо.